Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу вам рассказать о предстоящем мастер-классе вот на такую детскую кофточку. В предыдущем видео я давала краткое описание своей работы. Очень много откликов по ней получила. И по вашим просьбам решила провести подробный мастер-класс. Я вязать буду из таких ниточек. Небольшой размер в подарок друзьям. У них скоро родится мальчик. Это у нас Ализе Happy Baby. Сейчас скажу метраж, какой здесь у нас. В 100 граммах 330 метров. Взяла запасиком я 3 таких моточка, так как у нас впереди еще будет мастер-класс на штанишки, на шапочку, на пинетки. То есть мы с вами будем взять полностью комплектик. В моем случае комплект это будет у новорожденного. Вы можете вязать там размеры побольше. Как рассчитывать петли, я вам все расскажу. Так, резиночку я буду вязать спицами номер 3. Ну, естественно, длинными спицами. Вторую у меня куда-то детишки задевали. Конечно же, их будет 2. Так, третьим номером будет у нас связана резинка. И для основного вязания у нас будут спицы номер 4. В зависимости от размера модели могут быть это прямые. Я люблю вязать вот такими круговыми спицами. Хотя ряды будут поворотные, но мне так удобнее. Приготовьте дополнительную спицу для снятия кос. И еще нам понадобятся вот такие цветные маркеры для обозначения линии реглана. Они значительно упростят нам работу в дальнейшем. Так. Ну все, не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И ставьте лайки. Всем пока!